Аэропорт Казань сегодня пришлось эвакуировать из-за звонка о якобы заложенном взрывном устройстве. Экстренные службы провели проверку здания. Взрывное устройство не обнаружено. В 8:20 аэропорт возобновил работу. Республиканский фонд поддержки начнет новый этап выплат вкладчикам Татфонбанка и Интехбанка 1 июля. Прием заявлений с суммой требований до 300 тысяч рублей начнется 15 июня. Воздействие на воздух, почву и воду. Какие аварии возможны? Эту информацию еще сотни страниц проектной документации представили сегодня инвесторы мусоросжигательного завода. В поселке Осиново открылась общественная приемная.